Я пришел. Так, давайте проверяем баф. А, Динатрий без рыбы, лаг без рыбы. Кушайте, парни. Так, кулаки. Кулаки. Тотем, тотем на ману убирайте. Ставьте тотем на отхил дополнительный. Тотем на ману убирайте, нам кресты дают. Так. Все, арчина, готовность. И поехали, я запускаю. Отходите сразу от босса, откуда он будет. Он, с печенья отходите. Базука тут? Всем привет. Все, поехали. У вас место есть или у вас уже все фул? Пока фул. На 19, ой, на 21.00 там уже будет еще один рейд. У нас два рейда. Косты кикайте по возможности, парни. Бурыгатель срез будет. Я что-то вообще прифигел. Обычно заходишь на единой души в волосе. Да. Ты не вовремя приходил, значит. Так, первая искра. Первая. Все, так его и держи. Первая искра с трусов идет. Давай, сунем он за этим. Бля, он крутится, я не... Сразу от печенья все ушли, в печенье уводи. Сразу с печенья, с подморды все ушли. Видите, ближе, ближе к центру, ближе к центру. Там РДД не достанут. Я дам БР. Вставай. Искру разбили. И Геру сразу нажмите. Геру, 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 Геру. Геру, давай, веди его в ромб, Скай. Понял. Все, заграй. Так, следующее. Бьем, 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 бьем. Да, надо сейф какой-то отдавать с него сразу, да и все. Искру можешь подтягивать Ангсуном, главное, чтобы он ее не сожрал. Разбивайте искру, парни. Вон искра, смотрите, разбивайте ее сразу. Не дайте ему сейчас взлететь. Уводи его сразу в звезду. Есть эти сапоги-скороходы твои любимые? Все, сейчас... Сейчас он должен взлететь. Та искра опять пропала. Обновите по магам каску, меня поднял кто-то, не обратил внимания. Кто? Я поднял. Ага. Добейте искру, добейте. Вижу, где искра это летит, блядь, вообще. Угу. Отошли из-под морды. Вот, в искру все стали, парни, в искру все стали. Подняли рейд на пул. Уводи его в треугольник. Ёж, через уход в тени сыграй. Бейте, 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 он не успеет, он не, уже не успеет съесть искру. Бейте, 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 бейте. Стоим в искре, просто бьем. Бейте, 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 фулл ДПС. Бейте, давайте, надо процента 44 ему оставить. 44% это верочный трай. Давайте, ДПС там, по-моему, куча. А, Ёж, дай гимн на ману. А, нет, стоп, подожди. Давай, Скофилд, Скофилд, гимн на ману, Ханкуль на тотем. Все, ближе к центру все стали, парни. Все, поехали. Нормально, хватит. А, звезда, данжмастер. А, печенье лик. Печенье лик. Ромб Ангсунамун. Зашли в розовый купол. Да не перебегайте, пока не перебегайте, сейчас третий еще будет. Вот, забежали, забежали, забежали. Влад, приготовься. Да, я вижу. Прохил рейд. Сдал гим. Давай. Ух.
убью. Ну, я его кастовал до самого конца. Нормально, нормально. Так, перебегайте в новый купол сразу, пока он рядом появился. Перебегайте, перебегайте. Парни, играйте в какого-то одного на тарелке. Вон звезду я дал. А, вот, доигрывайте, доигрывайте, доигрывайте. Так, сразу, да, переходите, перебегайте, перебегайте. Ёж, сейчас ты, твоя очередь будет отдавать гимн на КП, приготовься. Я скажу, когда. На ману сдать пока или нет? Да, давай. Читаю. Давай, давай гимн на КП. Бля, рано отдали, я практикал. Нормально, нормально, прохиливаем. Это прохиливает. Да, стоим, 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 стоим. Сейчас выхилимся, перебежим новый купол, чтобы никого не шотнуло. Перебегаем новый купол. Парни, вот, смотрите, вон звездочка летает. Вот, следующий, следующий, вон звезда летает, парни. В купол новый все зашли. Пизда, у меня интернет отвалился. Классно. Следующее. Что-то все кисло-грустно. Причем максимально. Зайдите в новый купол, зайдите. Бля, да-да-да. Тёма, Скофилд, приготовься на этот, на гимн давать. Да, есть такое. Да мы мало не должны. Приготовься, приготовься. Стоим, стоим, стоим. Тёма, давай гимн на ХП. Я их догнать не могу. Всё, давайте в ромб. Да вроде, ну, 4 минуты. Мы сюда где-то 4.30 нам надо. 4.30-4.40, по-моему. Так. Летаем все за звездой, парни. Поднимаемся. Летаем все за звездой. Поехали. Единицу до трех настакали, нажали двойку. На ком дыхание? А, нормально, мне не показало, что на меня уставился. Вы без меня. Плевок полетел, сдвигаемся. Влево ушли. Влево ушли, за звездой летаем. Ребят, кучнее станьте. Кучнее, кучнее, кучнее все. Я буду анонсить плевки. Плевок полетел влево. Кучнее, парни, кучнее. Плевок полетел влево. Кучнее, сразу кучно, кучника стали. Влево, все встаньте, все в кучно. Плевок, влево. Плевок, влево. Дыхание чар пошло. Влево. Сдвинулись. Скорен помогает. Много попадало.
Вообще не показывало, что на мне, блядь, был этот... Влево, влево. Влево. Угу. 13%. 5 лямов. Сори, у меня нет. Ну, для первого трая можешь, неплохо. Для первого трая неплохо. Меня тупо не показала. Вот а первый что раз. Что делать, знает, если не показывает эту надпись? Например, у меня. Ну, вам, меня вам надо скачать ДБМ. Для начала надо поставить ДБМ, у кого нету. Так он стоит, только он вот у меня, например, он показывает тогда, когда он в меня уже дамажит. У меня уже дамаг пролетел, тогда только надпись появляется. Ну, там должно писаться, типа, Малигос уставился на вас. Если нет, то там у нас где-то есть файл, который должен это показывать. Ой, да скачал. С Дискорда все показывает. А Тедис, ты заходишь? Угу. Давайте баф порейду. Где рыба? Сейчас поставят рыбу. Вон. Да, потому что он бьет 20-ку, а у меня 19-800 под бафами. Но я в глыбу войду и скажу тогда, если что, буду ребаф. Зул'дан. Засумайте Зул'дан. Ребят, выпейте все фласки, пожалуйста. Без фласок тут можем, блядь, сразу просто сейчас уйти в Долоран, заниматься своими делами. Без фласок тут нихер делать. У нас джипс, если что, есть в рейде, типа, мы можем поставить починиться. Да тут я. Все, погнали. Сейчас, отходите оттуда, отходите. Скай, давай сразу туда лови босса. Да, напуливайте сразу в Скайрейна. Потому что сейчас полетит, блядь, сумасшедший дэмэдж. Пуску ресать? Сейчас ресни. Понимаю. Ну чё там, косты тикать некому, блядь? 2 ДК, 2 роли, ёпта шамань. Стебет? Так, искра. Искра у нас с трусов. Так, сейчас мы садимся, и с печенья все убегают в печенье, бежит только танк. Все становимся вот там, где сейчас примерно все стоят, ближе к трусам. С печенья все ушли.
Ёб твою мать. Ебать. Хилим, хилим, хилим. Ребята, грипнули вам искру. Геру? Да, давайте Геру, Геру, Геру. Дайте баф сразу по конкулю. Я понял, блять. Не вывозится это вообще. Я дам БР. Вставай. Дайте сразу баф. Летит со звездочкой. Угу, вижу. Дал метку. Да, подводи его, проводи его немножечко. Подтягивайте сюда, ближе к этой искре. Подтягивайте, подтягивайте. Опять, блядь, еще Аня. Ну, он ее не жрает. Типа, она просто, блядь, пропадает куда-то и все, и хоть убей. Следующий будет. Никита, если есть тиннер, дай в конкуля. С подмордыхи разошлись. Вам. Блять. На смеру прямо ведете. Да. Куда падаете? Он искусил падать. Поверни его к нам. Да он просто, блядь, он шотает. Ну типа хп, блядь, мало, он просто шотает, да и все. Там он оставляет, ну мне, наверное, дрон оставляет буквально 3% и все. Есть возможность Дживса поставить? Трех ты Дживса. Да. Кушайте, ребят. Ебашу по КД. Сейчас 2 минуты подождем. Сейчас у Динатрия там что-то комп лагает. Если нет, то замену ему сейчас надо будет найти быстро. Есть 2 минуты? Ну да, минутки 2 есть буквально. Окей. Okay. А тут? А, он же, блядь, комп пошел перезагружать. Так, это же у вас поезд должен уже начаться, да? А, нет, не ну, через 40 минут. А я затупил это, блядь, у меня ж московское время показывается сразу. Я типа думаю, что у меня, блядь, уже в Украине 20. Панама. На этом престе голды нет, блядь. Братан, тут воровать нехуй. Вся голда у меня на варе, на моем.
Это ж не мой персонаж. Это помнишь Анаконду? Холли Пау. Ну вот, это ее персонаж. Я во второй. Я во второй рейд пойду своим варом. Но там голда есть. Там где-то косарей 18-20 валяется. Валяется, дай мне это меню дело. Ебать вы, бля, богатые. Не валялось, да? Чтоб не валялось хоть 2к. Я 7 минчан выкачу. Да он только услышал, что его в рейд зовут, у него сразу все комплект нахуй. Нет. Да, Панама, я тоже тут рейд. Куда же без этого? И сейчас сразу, оп, пахнущий дед покидает гильдию. Бля, тут хуёво БГ не регается, бля, толпой. Так, давай, короче, искать Динатрию замену. Вот, привет, ты пишешь. Давай, забирай. А кто вам нужен? Да-да. Нам бы милика какого-то хорошего, блядь. В гильдию маг пишет. Испугался. Икс еще на один трай. Бля, кого ты во вторую 25-ку поведешь, блядь? Вагонов, чтоб мы нахуй переводили на третью фазу и 2 минуты до берсы или что? Пиздец, блядь. Ну да, так, в принципе, да, а так одним составом закроем, а второй будет сосать. Я эпично в первый попал. Ну да. Ну, только не огорчайте меня, скажите, что он успех поменяет. Пацаны, у меня есть 2 персонажа, но вторым, блядь, я не хочу играть, потому что я очень хуёво играю. И он ДД, блядь. Макс, скажи, у тебя нету второго спека, то ты в ПВПшном. В креветке ПВП спек? Ну, у него ПВП билд. Да он сейчас спек не стоит. Все, спасибо. Тогда дай, пожалуйста, им камни. Black Dark, ну да, будешь, блядь, тянуть второй рейд весь. На своих хрупких плечах. Да, МК жду от нее и от него. Для этого. Еще нет. Вот сейчас будет. Все. МК. Запускаю, нужны инстантом. На пул сразу пускаю, отдавайте. Бля, кикайте косты, я вас очень сильно прошу, парни. Просто, блядь, рейд рыгает без киков. Может быть. Ну, там один моментальный, вот этот вот сейчас прошел, это моментальный.
Но он в любом случае, он не кикается. Кикается только один, это дыхание. Блять, искра, все, так его и держи, так и держи. Искра идет в трусов. Итак, ребята, после как приземлимся, все в трусы, танк в печенье. Сразу с подморды, блять, в разные стороны разбегайтесь просто. Все, все в трусы, все в трусы. Все, ближе к центру вернулись, блять, как двое упали. Ближе к центру, ближе, понимаю. Ближе к центру разбейте. Разбивайте, давайте херу. Сейчас он стрельнет, я тебя подниму. Угу. Ну, давай, блядь, стреляй. Даю БР. Вставай. Встал. Дайте ребаф по магам. Щит вжал. Я прожал. Он пока даю. Пошел. Звезду тебе его надо увести. На край, ближе к центру, ближе к центру. Подошли, но стоим в звезде, ближе к центру. Все, вот так, вот, нормально. Опять пропал, блядь. Вон искра летит, смотри, он к Сунамун. Я дал, с ромба летит звезда. Еб. Разбивайте, 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 разбивайте. Чуть-чуть ближе подведи его к нам. Давай! В трусы его надо вести, Скай, в трусы. В печенье у нас искра. Да хватает, если я тут, блядь, на эрдуру достаю до танка. Бейте, сейчас уже переходка будет. Бейте. Все, у кого есть какие, блядь, скиллы, кастуйте в этого гуся, блядь, в него. Хилы, кастуйте в него свою шляпу. Ёж, дай нам гимн на ману, пожалуйста. Где фул мана? РДД стоят с половиной. РДД стоят с половиной. Ладно, я тебе дам инер. У нас еще один гимн на ману, еще тотем на ману, еще один гимн на ману, поэтому... Заходите в купол. Только милики садятся на тарелки и все. Я говорил, Ликс, Данжмастер, Анксунамун. Пошли. Влад, ты первый. Да, я помню. Ребятки, РДД, смотрите, глазами просто прикидывайте, в которого больше ДПСа залетает. Вот, смотрите, вон дал звезду, в звезду все играйте, вон звезда летает, вон там все милики на ней сидят. Вы глазами быстро подраскинули. Перебегаем. Мелики, садитесь еще на тарелку. Вон тарелка валяется под тотемами в центре, парни. Еще тарелка. Все, в этом куполе стоим уже, наверное, до конца. Сейчас будет дыхание чара. Да, стоим тут до конца, ближе все к центру, пучнее стали. Ёж, гин на хп. На манус, да? Ну там только Атедис. Никитоц есть без ма... Есть инер, да, и Атедис. Кого дать? В Атедис. Да, давай, Влад, на ману, давай. Там все равно РДД без маны сидят.
перебежали в новый купол. Давайте, хорошо идем, давайте. Лучше даже, чем в первый раз, на целую минуту лучше идем. Добивайте, это последний. Слакайте на другой. Ребята, просто максимально близко к друг другу. Вы вром. Ребята, максимально близко. Он должен эту искру кидать в толпу. Если кто-то вылетит влево или вправо, вы заслакаете весь рейд. Просто за звездой все летайте как можно ближе. Просто. На кого уставился? Влево. Уставился, приготовились, прожались. На кого уставился? Влево. Прожмитесь на ком? На мне. Мне не показало. На ком прожимайтесь. Бля, я вам уже даже буду сейчас анонсить влево. Сдвинулись. Вот у меня не показалось, но я типа додержал. Влево. Шляпа. Держите комбо-поинты, держите, сейчас будет опять. На ком? Прожимайтесь. Влево. Сдвинулись. Приготовьтесь, на ком? Прожимайтесь. Сколько, блядь, скиллов? Влево. Лево, прожались, на ком? Прожался. Блядь, один комбо-поинт, сука. Я прожал, там одну секунду она держит, и все. Тихо. Прожались, на ком? Прожались. Прожались, на ком? Прожались. Влево. Прожались. Отведется там, блядь, просто вот те. Бьем. Блядь. Бейте. Ну, подвости, что он начинает плеваться. Прожались, он. Да иди ты нахуй, блядь. Мразь тупая. Помогите, пожалуйста. Помогите, кто-то еще один похилит. Пиздец. Да, нужно дамажить никому. Падайте. А чё это, когда дамаг выйдет погулять на драк? Я не успеваю и анонсить, и смотреть за звездой, блядь. Парни, у кого, типа, вы же видите, как он кастует. Там кастует он 2,5 секунды. Там, типа, я не знаю, у кого доны стоят на какие-то, типа, на интерфейс. Выставьте. Угу. Вот выставил, я вижу, когда он кастует. Там 2,5 секунды или 3 он кастует перед этой херней. Просто подержите комбо-поинты и все.
Блайт такой. У меня он 4 раза он на меня смотрел, я не мог даже комбо-поинт убить. Ну смотри, у меня типа я 2 набрал, он начал бить. Я комбо-поинт, все, он уже смотрит на меня, даже не успеваю второй кинуть, и все. Ну, я не знаю, ребят, у вас, вот кто сейчас говорил, что он не знает, у тебя высвечивается ставка, Малигас уставился на вас. Это я-то вижу. Ну, и ты за это время до луча ты не успеваешь настакать комбо-поинты? Он летит, ты понимаешь, он долго летит. Он пока долетает, комбо-поинт, ну, не засчитывает, когда ты нажимаешь. Он пока долетает, ну, когда только попадет в Малика, только тогда засчитает комбо-поинт. Ну, так единичка, либо тройка, блядь, моментально срабатывает. Да. Практически. Единичку, я вот сейчас... Летит, да подожди ты. Я сейчас вот лично, блядь, я ни разу не проебал стаки свои, и 3 раза на меня он уставлялся. Я было такое, что он я сливаюсь двойкой. В этот момент сразу появляется Малигас, уставился на вас. У меня 0 комбо поинтов. Я набиваю 2 комбо поинта, прожимаю щит, блять, и у меня больше половины хп. Я не знаю, как ты успеваешь 2, я только 1. У нас я это делаю на лагающем ноуте, как бы. Я хуй его знаю. У нас лик сливнул. Креветка, ну, бля, я не знаю. Я вообще на это не смотрю. Как... Почему-то они умирают. О, я лимб зашел. Не, Skyrim, я не спецом покупаю, просто, ну, вот этот был куплен давно, как бы, извините, он устарел уже. Нету душ. Двадцать семь душ ушло за 3 рейда. Что я сделаю, если вам постоянно сум нужен? Фармить, Ака, фарми. Фармить, там максимум 32, а я 27 просрал. Я шучу. Вышли за сумом, я дай все. Ну, судя я по. Понял, судя по ДПСу, как бы, тут многие не поняли, что делать на закону. Алло, меня слышно, алло? Да. Там просто, если вы видите каст, не скидывайте на 3 комбо-поинтах огонь. Даже киньте 4 комбо-поинт и дождитесь. Лучше щит нажмите, чем скинете, и у вас энергии не будет. Меня рога опенит. Нормально. Рога. У меня уже почти 12 часов, блядь. Давайте, один раз, если то вы пойдете собирать свой рейд 25-ку, и потом просто опять соберем, да и все. Сейчас, подожди, не резко. Я к тебе приду. Я вообще опять ёбнусь. А чё по стакам? 20 это максимум 20. Или нет? Не, там нет, больше, у меня 28 было прошлый раз. У меня сейчас на смерти 27 стаков было. Да, ставили, стояло. Ещё поставить?
Не поставил. Компап. Просто так шел, никому ничего не сказал. ГП хуярь просто. Дай ему 5 ГП, пусть учится. Просто сколько раз говорилось, я это говорил неоднократно, Лойд, наверное, тоже говорил. Ребят, вы, если вам надо отойти, вы отходите, обязательно просто РЛ, блядь, в ПМ напишите. Мне нужно, блядь, отойти на одну минуту. Я отошел. Все. Было бы. Сейчас больше. Нихуя себе срет, блядь, похон. А че бы в рейде посрать, блядь? Говорит, это, испугался? Не, обосрался. 21-й год у него нету туалета, что ли, под рукой здесь с Вельдом? Да не, он в своем. Он в своем доме живет, просто побежал на улицу, еб вашу мать, да. А, к соседям. Ебать, с 14 лет в рейде научился срать за одну минуту. Ебать. Ты там пихаешь? 43 научишься, блядь, тебе на унитазе снова в руках. Не, этому. Этому я научился еще в 16, блядь. Когда ты на лече, у вас, блядь, 45-й трай, тебе хочется, блядь, в туалет, нахуй, ты просто идешь с ноутом, блядь, туда, нахуй. И еще самое главное, ты РЛ, блядь. Вот это пиздец. И там же еще и убиваете. Да, именно в этот трай ты убиваешь. Это самое главное. Вот удлините самое главное, длинный иметь. У меня розетка вот для туалета. Поздравляю. Хули вон колоранец. Ну возьми его локом. Он за рша возьми. Да я же говорю, возьми, похуй. Я уже понял, что второй рейд будет говно, и я там буду просто в ахуе сидеть, блядь. Так что все нормально. Ой, это вред. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Блять, на ПГ. Что, ну 24 не было. О, пришел. Да нет, Зулдан пришел. Блять, Зулдан. Ну, походу потереться забыл, побежал обратно. Пиздеть начали на него, он еще раз обосрался. Он тролль-охотник, блядь, чего с него хотите? Ставки, блядь, у меня быстрее пиво закончится, или мы рейд пройдем. Да он Олимп есть, ёпт. Берите уже плюс одного. Опа. Кто у вас вылетел? Ант. А, заебись. Как раз. Я как раз беспонтовый. Если вам надо. Пока вас уговоришь. Бля, да я покурить смогу сходить, блядь. Не-не-не-не-не, все, давайте, блядь, шкаф нахуй и поехали, ёбуш. Время, я не готов был, блядь, на 5-часовую РТ, ёбуш. Уборщики возьмите, чтобы вас хило не хили лишний раз.
Ну да, блядь, в унитазе самые вкусные огурцы, нахуй, возьмите, вон, как раз там, Зулдан, то, что, блядь, потирался, вон, стоит, блядь. Бля, Панама, Панама, голды нету, ты, блядь, еще камень возвращения тыришь, ёб твою мать, бля. Да вот он стоит, бля. Он может бегать? Да все, он вылетел. Его уже, через блядь. Минуту кикнут. Ну он вылетел уже. Бери, блядь, предсумонь, бля, Лимба нахуй, поехали, ёп. Сука, тут спрыгнуть нельзя с платформы, ёп, вашу мать. Ну да. Все, опять что вы сюда? И стой мертвый. Перекиньте его в четвертую пати, если есть секунды. Чтоб крит был время. Black Dark, там в 9 будет пиджа за сова. Там аус зайдет. Где реакция? Гарри тут. Но Black Dark, Шакит это и есть аус. Он просто ренейм сделал. Да, одинаковый да. Тут. Блять. Нихуя себе, там что кто-то, блядь, это... Там кто-то битбокс подрубил. Ребят, тихо, тихо, тихо. Зачитай что, еще, брат. Не-не-не, он не пришел из туалета, он говорит из туалета. Рыба, поддекладайте. Я принял. Не, вы просто представьте, если... Не, ну пошли тех, конечно, еще раз. Нет, пожалуйста. Вырубайте, вырубайте. Включайте. Лак, лак. Давай. Я заебался прыгать уже на месте. Я. Дракон, давай. Да. Печенье видео. Прохеривайте. Печенье все уходим, потом будет под рукой. Так, проведешь его в печенье. Печенье сразу все вышло. Вот, ближе к центру, парни, будьте парни. Забивайте сразу Геру. Врон, Скай. Слышишь, Сунамон, попробуй звезду грипнуть, там ёбнуть, грипнуть. Да.
Сюда. Ну, сейчас летит, она ее разбьет, и она исчезнет. Какой ты лужи. Встаньте. Вот. С ромбика эскра. Разбивайте. Да, бейте. Давайте, в пул ДПМ. Никита, если есть тинер, дай его, давайте. Давай, Влад, наверное, гимноман. У нас там... Сейчас первый кружок прилетит, чтобы он меня не сбил. Дал гимн. Как, блядь? Как меня шотнули? Так, не твои лака. Просто шот. Тихо. Лак. Пишите Роланду, Никитот с Мегалодона. Ты первый. Я помню. Дыхание встань. У него КД. Алим, да, дай по некому. Ой, поэтому по нет мозга. Да. Так, выруби, блять, пердун. Кто там тебя? Перебегайте быстрее. Пока все время. Сейчас выдыхание. Тарелки лежат, может, не лишь? Ёшка, приготовься. Никто не выбегает. Никто не выбегает. Постой, Ёшка. Софилд, гимн на маму, Ханкульта. Перебегать. Все, не слакайте тут. Я постараюсь анонсить. Смогу вам. Точнее, парни. Прожимайтесь. Прожимайтесь, кому надо. Влево. Нажались кому надо. Приготовьтесь прожаться, прожаться. Влево. Сдвинулись.
массе. Привет, пацан. Влево. Прожались. Привет. Сука, ну ты чё? Прожались. Сдвинулись. Ой, кто сдвинулся раньше? Сдвинулся раньше. Отлетаем. Прожались. Прожались. Пиздец. Сдвинули. Лево. Ай, блядь. Прожались. То же самое. Прожались. Давайте сейчас лучше уже стреляем. Влево прожали. Бейте, стаки там не подходят. Прожались. Стойте. Народ, только сердце не юзайте, да? Не юзайте синее сердце. Анксу нам у кого? Кому надо, ребят? Подождите. Подлетите все к сети. Кому надо? Кому не надо, отлетите. Анксунамун, ты надамажил 132 тысячи, так что явно не твои. Секунду, ребят. Давайте на счет три пробуем. Раз, три. Нажимайте три. Кто-то забрал уже, креветочка. Сейчас перезайду. Секунду. Роланда успела говорить. ДПС с дракона. Теперь, я думаю, эхо нету, да? Боялись. Это маги. Не надо. Я ролюм, я готов за ГП забрать, не на мейн. Что это? 50? Это все за ГП забирается. Ну, я имею в виду, если кому-то там на оф. По приору, там по приору. Что, рофлишь? Там по приору. Кто? Да. Базука первый, креветка второй. Базука просто арканом, я думал, нахуй ему надо. Нет, там вон Фирадзо и Скофилд. Ну, Скофилд второй, по идее. Скофилд первый под приору.
Скофилд идет. Всяко только Скофилда выпущу. Я не хочу. Я в принципе говорю. Нердрум вообще шикарно. Нердрум. Ну, я бы чисто на успех бы ролил. Я не могу брать себе его Нердрум, не брать его. Типа, в принципе, он мне сильно большой роли не сыграет. Я не хочу. Капуста, капуста. Не, а давай другому. А то нам потом не скажет, что я, блядь, ГБ полутал. Не-не-не. Нахуй надо. Мегалодон, мегалодон. Блять, это, блять, друидская. Не то бесполезно, нахуй. Да это на распыл, блять, дай просто и все. Спасибо большое. Че, это еще будет сегодня, нет? Олежа, десятка будет сейчас? Ребят, которые все мои, давайте завтра на 18.00, потому что к Анкулю там 4 часа на сон осталось ему на работу. На завтра на 18.00, я вас всех жду завтра, ОК, ОС закроем. Окей, давайте всем ГЦ. Удачи. Ну, боеспособный насколько? Нет, наука не потяну. Всем удачи, всем баба. Я пойду пока кофе сделаю.